Сашка, давай. Ну-ну-ну. Когда вернешься? Не знаю, по-видимому, поздно. Тогда я приглашаю девочек. И мальчиков тоже. Значит так, обед знаю, в холодильнике. Обед в холодильнике. Суп из концентратов, антрикоты, компот консервированный. Посуду? Помою. Молодец. Тогда пока. Пока. Угу. Куришь. И натощак. Я все отцу скажу. Иди за стол. Первое упражнение – подтягивание. Хлеб берите. Ноги поставьте на шесть. И вилки, вилки. Выдохните. Руки назад, вверх. Вперед, вниз. Извини, пожалуйста, но это честное слово в последний раз. Ну, седьмого кровь из носа, перевод получу, я сразу все отдаю. Ну, сколько я там должен? Ну, еще 5 рублей и все, для ровного счета. А шнурки тебе не погладить? Ну, ты что, не веришь, что я тебе дам? Я тебе письмо покажу, они мне третьего перевод высылают, ну, значит, седьмого будет. А, ну, это понятно, только у меня станок сломался, который деньги печатает. Унижаешь, да? Неужели ты не понимаешь, что если бы не крайние обстоятельства, я бы тебе сюда не пришел? У тебя каждое утро эти крайние обстоятельства. Похмельный синдром называется. Психиатр-то хренов! Ну много ты понимаешь-то в моей жизни! Для меня завязать, расплюнуть, меня на тренерскую работу приглашают. Ладно, проваливай, я и так на работу опасно. Да ты что, не дашь, что ли? Да что же ты? Стерва же ты, Людка, ты что? Забыла, сколько я привозил? Хотя шмотками ты тебе заваливал. Да все, что ты привез, ты же и против! Я заработал, я и против, имею право! Гурин, прекрати сюда таскаться. Уже 7 лет как разошлись, все, никак дорогу не забудешь. Люд, ну хоть трешку-то дай, Люд. Очень надо. О, Господи! Вот на, вот последний тебя даю. Вот 10 копеек на дорогу оставляю, Люд, и проваливай ты, давай. Ты человек, Люд, я седьмого кровь из носа, как штык, я тебе все отдам, Люд. Ты, спасибо, Люда. Ой, девушка, пятно, смотрите. Эти пятна не очищаются, аккуратнее носить надо. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Что у вас? Пожалуйста. Прошу вас. Что у вас? Костюм. Костюм? Костюм.
Очень хорошо. Получил уже, да? Вот хорошо. Да. Проверил, пятен нет? Слушай, ежик, я сейчас себе такие потрясающие туфли выписала и сумку с большой пряжкой. Нужно, чтобы ты все это одобрил. Девушка, а нельзя все это завернуть в два слоя бумаги, а то нам далеко нести. С бумагой в стране напряженка. А чего это у генералов жены всегда такие? Вот ты из меня в генеральше получился, очень даже ничего. Чтобы генеральше стать, надо за лейтенанта замуж выходить. Да помотаться с ним по гарнизонам лет 20, по тайге всякой, по пустыне. Ой, Полина, у тебя же все по правилам, а в жизни еще и лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю. Выиграла? А как же, два раза по рублю. Заканчивайте. Руки переведите на пол. Категорический императив. Канта гласит, поступай так, чтобы максимум твоей воли имело в то же время. Ну все, значок, удостоверение должно быть. Как вам значку? Кончай ты со своим кантом. Несерьезно. Сергей Александрович, здравствуйте. По кружечке. А может, водочки? Ну. Чуть-чуть, чуть-чуть. Простите. Вы Гурин? Все нормально. Сергей! Все нормально. Нормально. Ну, давайте я вам расскажу о своих трудностях. Мы с вами вместе посидим и погорюем. Вы поймите, что преодоление этих трудностей есть ваша работа. За это вам и платят заработную плату. И на будущее давайте договоримся. Меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что вы сделали для того, чтобы было да. Договорились? Договорились. Будьте здоровы. Здравствуйте, здравствуйте. Строги, но справедливы. Инженера? Нет. У директора? Да, есть. Вопрос к отделу сбыта. Почему не выполнили план по отгрузке продукции? Не было цистерн. Транспортный цех, почему не дали цистерн? А потому что нет порожняка. Какие меры приняли, с кем решали вопрос? Да чего ж только не делали. Министру звонили. Угу. Сергей Степанович, я вас прошу лично, займитесь, пожалуйста, этим вопросом, сообщите мне завтра. А сегодня, чтобы отгрузка шла с учетом вчерашних суток. Хорошо. Большое спасибо, товарищи. Диспетчерская закончена. Напоминаю, что в 16 часов состоится собрание. Ирочка, сообщите, пожалуйста, всем, что в 10 состоится совещание, как намечено, а в 14 отменяется. У меня заседание комиссии в Моссовете. Наконец-то! Наконец-то Моссовет нами заинтересовался. Ведь это ж на голом энтузиазме держимся, честное слово, на голом энтузиазме. Пора, наконец, эту проблему ставить в государственном масштабе. Здравствуйте. Здравствуйте, наши лауреаты. Вам, например, известно, сколько в стране одиноких людей? Известно, к сожалению. Ведь это ж угрожающая цифра, честное слово, в одной только Москве. Угрожающая цифра. Ведь одинокий человек, это что такое? Падает рождаемость, алкоголизм возрастает. Все это отражается на производительности труда. В конечном счете, одинокий человек неполноценно трудится. У него голова забита совершенно другими проблемами. Вы с этим согласны? Ну, это спорный вопрос. Ну что ж, давайте поспорим, пожалуйста. Клуб существует всего 3 года. Дело молодое. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь успехи, кто-нибудь нашел друг друга? Несомненно. 12 браков за истекший период. И это вы понимаете при том, что мы не ставим себе такой конкретной задачи. Мы же не брачная контора, мы клуб. Речь идет о том, что люди
разучились общаться. Сидят по своим квартирам, смотрят телевизор и не знают, как зовут соседа. Ведь из 12 человек двое жили в одном доме, в одном подъезде. Она на 7-м этаже, он на 4-м. А познакомились только у нас в клубе. Это же урбанизация какая-то. Слушаю вас, товарищи женщины. Записаться в клуб можно? Понимаете, набор одиноких женщин временно прекращен, и следующий набор у нас будет со второго квартала будущего года. А мужчин вы записываете? Одиноких мужчин записываем. Почему же такая несправедливость? Да почему же несправедливость, если у нас уже сейчас одиноких женщин в 2 раза больше, чем одиноких мужчин? А может быть, в порядке исключения можно? Знаете что, девочки, позвоните мне после Нового года, я постараюсь чем-нибудь помочь. Ясно. До свидания. Мы дети. Вы видите, галактики. Что творится? А вы там у себя в Моссовете раскачиваетесь. Дискуссии проводите, экспериментируете, а нам помогать надо. Пожалуйста, конкретно чем помочь? Да уйма, уйма проблем, конкретно средств. Не хватает, мужчин не хватает. Ну, с мужчинами мы вам вряд ли поможем. Вы же сами знаете, на одного 40-летнего холостяка приходится 5 незамужних женщин. Ну хорошо, но надо что-то с этим делать, бороться как-то. Ольга Павловна, как хорошо, что я вас застал. Вы меня определили в старшую группу, а там одни бабки собираются. Ну слушайте, вы извините, тоже не мальчик. Ну, мальчик не мальчик, а в старики тоже записываться не собираюсь. Хорошо, Борис Александрович, я переведу вас во вторую группу. Там от 35 до 50 лет. А помоложе нельзя? Да вы что, Борис Александрович, младшая группа, там же девочки 28-летние, а у вас, извините, ревматизм. Вы же танцевать не сможете, сами же потом жаловаться будете. Я жаловаться не буду. Готово. Заполнил. Значит, договорились. Хорошо, Борис Александрович, я вас переведу в молодежную группу. Все правильно. Только чур не жаловаться. Значит, заходите на этой неделе, Анатолий Григорьевич. Спасибо. Заполните группировочные тесты, а пригласительный билет мы вам пришлем на дом. Большое все спасибо. Хорошо. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. До свидания, Анатолий Григорьевич. Вы видите? Главный инженер завода. Итог нам пришел. 99% интеллигенции, она всегда первая попадает под удар. А женщины какие, вы знаете, уму непостижимы. И хорошенькая, и умница, и одета прекрасно. И чего им только мужчинам надо, непонятно. Понимаете, вы, конечно, сидите там в Моссовете, вас это не касается. Мы тут просто слезы льем. Ну почему же не касается? Я, например, тоже не замужем. Да бросьте. Ну, я не знаю, если уж в Моссовете... Ну хорошо, вам мы поможем. Есть у меня один резерв. Очень ответственный работник главка, всего 53 года. Спасибо большое, я как-нибудь сама. Катя. Слушай, у тебя кардан стучит. Стучит, да? А я все надеялась, что мне кажется. Стучит, стучит. Сдавай в ремонт, а то дело плохо кончится. Придется. А куда мы едем? Ко мне. Как тебе? Нет, к тебе я не поеду. Перестань, трусиха. Жена с дочкой еще 5 дней будут на юге. От меня, как проклятого, отзывают, не дают догулять. Нет, Володя, это неудобно. Удобно. Посмотришь, как я живу. Но я прошу тебя, Катерина. Холодильник пустой, яблоки с юга. Так. Так. Знаешь,
Я сейчас подумал, мы же 100 лет с тобой не виделись. Последний раз, по-моему, 20 июня. 18-го. Ты знаешь, я все время боюсь жену назвать твоим именем. Думаю о тебе каждую минуту. Нет. Не надо, Володя, я здесь не могу. Катерина, я жутко соскучился по тебе. Пойду посмотрю в глазок. Сиди спокойно. У нее ключи есть? Нет. Ну и не дергайся. О, дурак. Сам виноват. Позвонила ей с аэродрома. Теперь все доложит жене. Обойдется. Скажешь, что крепко спал с дороги. Кажется, ушла. Похоже. Я тоже пойду. Как? Ты же сказал, что вечером свободна. Мне нужно заскочить на комбинат. Катерина. Понимаешь, Володенька, у меня все-таки есть дела. Катя, ну, правда, я же жутко соскучился по тебе. В другой раз, Володя, в другой раз. Кать, ну ты не сердишься на меня. Потому что ну, я конечно, нет. Недостойно, как-то по-дурацки прямо. Да, господи, брось ты. Дело, как говорят, житейское. Катерина, только, мне пожалуйста, пора. Позвони мне вечером. Конечно. Подожди. Обязательно вечер. Вам плохо? Да, мне плохо. Цветы? Откуда? Подарили. Сашка. Mm-hmm.
Господи, когда ж ты на металлолом-то сдашь? На ней еще мои внуки кататься будут. Машина, если с ней правильно обращаться, 100 лет может сохраниться. Сто лет ничего не может сохраниться. Ну, вот ты всегда правильную жизнь вел. Сохранился, что ли? Вон они, 3 волосинки в 6 рядов. Сейчас модно носить лысину. А это что такое? Это комок нервов. Привет. Явился, не запылился. Серега, вот молодец, что приехал. Как это ты догадался? Да я к вам утром домой заскочил, смотрю, никто не открывает. Я так и понял, что вы здесь, на даче. Ну, правильно. Я ведь попрощаться приехал. Че, уезжаешь, что ли? Да, в свой город. Хватит, набаловался. Они меня давно зовут. Угу. Люсь, я там тебе деньги должен, я тебе с первой же зарплаты вышлю. Угу. И сколько же у тебя людей в подчинении? Почти 3000. Батюшки, как ты с ними справляешься? Трудно, небось? Трудно с 3. Когда 3 научишься организовывать, потом уже число не имеет значения. Мам, чего? Ничего, сиди, сиди, я сама. Молодец-то, Катя. Мы своим ребятам тебя всегда в пример ставим. Всего, чего хотела, жизнь добилась. Это верно. Только ты пока ребятам не рассказываешь, что как раз тогда, когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется. Замуж тебе надо. Да не в замужестве дело. Днем в нем. Хотя с твоей должностью тебе совсем трудно будет. Если только министр какой холостой попадется. Мужики ведь не любят, когда баба выше их стоит. Да, где они, мужики-то? Повырядились все к черту. Ты посмотри, кто сейчас в театр ходит на выставке. Одни же бабы. А эти лежат на тахте и в телевизор глаза пялят. Или по пивнушкам сидят. 40 еще нет, а животы отрастили, мятые все какие-то, ботинки нечищенные. А ботинки при чем? А терпеть не могу, когда у мужика нечищенная обувь. Ой, ну и умаялась. Ну, у вас пора раскулачивать за использование рабсилы со стороны. Я посмотрю, как ты эти банки зимой открывать будешь. Что ты скажешь тогда? Слушай, там твой Генку девиц привел. Ой, Марину, побегу, как отец еще не ляпнул. Гурин заявился. Пьяный? Трезвый. Небось, вчера только из психбольницы выписали. Тут я смотрю, что-то он давно за деньгами не прибегает. Какой парень был замечательный. Вот от того, что такой замечательный был, вот таким теперь и стал. Очень многие хотели с ним на брудершафт выпить. А он все боялся, что обидит, если откажется. Ну вот, теперь зато никто не обижается, все дружки в порядке, он один только в дураках остался. Да брось ты его хоронить. Как не верится, что это с ним навсегда. Ой, Катя, я сама так долго думала. Сколько его по врачам таскала, сколько просила, сколько слез пролила. А, все без пользы. О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать. И в кругу с друзьями часто. Марина, давай, ешь смелее. Давай я тебе еще положу. Ты знаешь, как в старину работников нанимать? Бать, 100 раз уже говорил. А ты помолчи. Что ты понимаешь? Каждый раз меня останавливаешь. 100 раз. Марина, ты не слышала? Первым делом работнику давали много есть. Если работник плохо ел, его не брали на работу. Что ты все... Что вы все... Дай лучше хлеба. Да. Вот поешь. У моей клиентки муж работает на китобойной флотилии. Угу. Они сами там потихонечку делают этот крем. Она обещала прислать. Он мажешь лицо, и такое ощущение утром. Ну, просто девочка встала. Ни одной морщинки. А из чего? Из чего крем? Клянусь! Лицо надо мраморное. Понимаешь, ребята все при деле. Славка, он до сих пор играет. А меня сколько раз на тренерскую приглашали. Все, Анна Никитична. Вдруг глаза открылись, как я живу, что я делаю. Я ведь в прошлом сезоне ни одного хоккея не видел. Твердо решил, завязываю. Вот правильно, Сереженька. Ты человек молодой. Ты теперь к новой жизни возрождайся. Да, все, все. Это Пепин Шафран.
здесь земляничку посадил. А это штрифель. Спасибо. Это я слесарю. Ну, пошли, пошли. Зачем протопала к нему тропиночку? Знаешь, что, у нее ведь вообще независтливая. А тебе завидую. Ты счастливая. А я оптимистка. Мне вот недавно сказали, на кладбище хорошо знакомиться с вдовцами. Приглядишь кого поинтеллигентнее, разок-другой на глаза ему покажешься, то да сё. Ну, честное слово, у моей знакомой подруги так замуж за архитектора вышла. Людка, ты неисправима. Хорошего мужика самой надо делать, я не готова ему получить. А я все равно уверена, мне повезет. Не могу я счастье по частям получать, мне все сразу надо. Мам, ну зачем вы, я сама. Ничего, ничего. Да я уж устала сидеть-то. Сдала Анна Никитична. Все болеет. Как Михаил Иванович похоронили, так почти не встает. Господи, как подумаю, ведь она лет на пять, на старше, вот нынешняя была, когда мы с ней познакомились. Угу. Вроде как вчера было. Ну, кому чей голос? Вот на всех вас. Ну, баб, какой ты черт. Ну, как же. Все, дальше не иду. Семейная ценность. На. Поставь, спасибо тебе. Да ладно, пожалуйста. Фу. Я сам терпеть не могу грязную обувь. Мне нет никакого дела до вашей обуви. И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице. А вы читаете по лицам? Конечно, и довольно неплохо. Я даже могу сказать, что вы, например, не замуж. Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит. Даже если бы вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замужем. У вас взгляд незамужней женщины. А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному? Конечно. Они смотрят оценивающе, как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. А я милиционер. Нет. Нет? Нет. А руководящий работник? Не. Вы работаете на заводе. Вы мастер, так? Хотя не исключено, что в последнее время вас стали продвигать по профсоюзной линии. Есть такое? Да, что-то в этом роде. Да это все несложно. Я сам мастер, слесарь высшего разряда. Кстати, тоже не женат. А вот это скорее говорит о ваших недостатках, чем о достоинствах. Это ни о чем не говорит, просто мне не повезло. А, ну да, она, конечно, была стервой. Нет, она прекрасная женщина. Вот сейчас вышла замуж, счастлива. Значит, вы плохой человек? Я? Да у меня практически нет недостатков. Ну, а как насчет? Что? Ах, это я люблю. Но только вне рабочее время и под хорошую закуску. Знаете, я живу на Вернадского, там недалеко эти Воронцовские пруды, березки. Так хорошо, сядешь в тени. А вокруг гуляют дети. Какие дети? Нет, никаких детей, мы уходим подальше от всех. И вообще не портим окружающую среду, после нас всегда все чисто. У меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Он приходит посмотреть, просто порадоваться за нас. Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку... Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли. Договорились. В следующий раз беру тебя с собой. Спасибо большое. Но на ты, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось. Так давай перейдем. Всего хорошего.
Сыночек, самоватик-то. Только бабуля бегом. Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя. С чего бы это? У меня есть 5 рублей, почему же я не могу довести до дома понравившуюся мне женщину? Ну, до моего дома хватит, а обратно нет. Пешком дойду. Гулять так гулять. Ты хоть сказал бы, как тебя зовут? Гога. Как? Можно Гоша. Значит, Гога. Только этого мне не хватало. Возвращайте, все. Профсоюзные дела, что ли? Я тут 2 часа торчу. Зачем? Повидать захотелось. Зачем? Тянет. А, уважительная причина. Хорошо, пойдем познакомлю тебя с дочерью. Как это с дочкой? Что это? Дочка еще есть? Почему тебя это удивляет? Ну, может, у тебя еще и муж есть? А что это меняет, если, как ты говоришь, тебя ко мне тянет? Или тебя тянет только к незамужним? Так. Значит, ты поссорился с мужем и решил проучить его при помощи меня. Гоша, с таким аналитическим умом вам надо работать в бюро прогнозов. Заходи, заходи. Ого. Мой знакомый Георгий Иванович. Александр. Очень приятно. Давай-ка отнеси-ка это все в холодильник. Так. Ну, может, никакого нет. Ну как? Годится. Угу. Ты раздевайся, раздевайся. Что, и ужинать будем? Угу, сейчас приготовлю. Только 10 минут передохну, ладно? Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Ну-ка. Ну, а если буду? Тогда на-ка быстренько почисть лук. Прошу к столу. Александр, а как тебя мам называть? Марусей. Маруся? Ну, хорошо, я тебя буду звать Марусь. Угу. А я вас с Васей. Идет.
Меня как только не называли. И Жора, и Юра, и Гоша, и Гога, Георгий Иванович. Гога? Это интересно. Угу. А вы что, вместе с мамой работаете? Нет. Работаем мы в разных местах, но жить, я надеюсь, будем вместе. А вы что, собираетесь на ней жениться? Да. А вы давно знакомы? С мамой? 44 часа и даже уже 22 минуты. Ну, боюсь тогда, что огорчу вас. Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время. Совершенно права. Выйти замуж после 2 дней знакомства просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. 5 дней. Так что не торопись, до среды есть время. Слушайте, а чтобы получше друг друга узнать, я вас приглашаю в воскресенье за город на пикник. Ну, спасибо. Не надо, не провожай меня. Он кто? Слесарь. А откуда он взялся? С электрички. Поздравляю, ты уже начала в транспорте знакомиться. Не ожидала от себя. Честно говоря, я сама от себя не ожидала. Это вы еще не одеты, ничего себе. Ну как же так, мы же договорились. О чем? Ну, о пикник. Да, мать! Мать! А ну-ка, вставай. Что такое? На пикник. Какой пикник? Ты что, с ума сошла? Сегодня же воскресенье. Я хочу отоспаться. Отоспитесь на природе. Теряем время. Давайте мы вам поможем, а? Не-не-не, шашлык женских рук не терпит. Вон идите туда. Ваши места в зрительном зале. Прошу. Отдыхайте. Спасибо. Тихо. Друзья мои, сегодня мы с вами выпиваем не просто так. Сегодня мы выпиваем по поводу. И повод этот весьма значительный. День рождения нашего дорогого друга Гоши. Гоша! Гоша, день рождения! Гоша, а ты что, не предупредил своих гостей?
подумаешь, события. Удивительной скромности человек. Ну, товарищи, я думаю, что нет нужды здесь говорить о всех достоинствах нашего дорогого именинника. Есть нужда. Гоша, неужели за этим столом присутствуют люди, которые не знают о всех твоих достоинствах? Есть такие. В таком случае я хотел бы выпить за его руки. Вот на вид это обыкновенные человеческие руки. Но это только, товарищ, кажущаяся видимость. На самом деле перед вами руки золотые. Ну, в смысле, золотые руки. Перед вами, товарищи, слесарь с большой буквы С. Вот у нас в институте есть кандидаты, да даже доктора, которые, с моей точки зрения, еще 10 лет назад могли бы спокойно уйти на заслуженный отдых. И никто бы не заметил их отсутствие до сегодняшнего дня. А вот когда в прошлом году Гоша лег в больницу, я прошу прощения у дам за столь интимную подробность, ему вырезали аппендицит. Так вот, у нас большинство тем замерло. А за себя скажу, что своей докторской диссертации я на 70% обязан прибору, который сделал Георгий Иванович. Я думаю, что мое мнение могли бы разделить, ну, половина докторов нашего института. За твои руки, дорогой. Поехали. За тебя, Гоша. За тебя. Давай. Ура. Но ты говорун, Дима, однако. За золотые руки. Ну как? Хорошо я сказал? Да? А вы что, доктор наук? А что, не похож? Что происходит на свете? Просто зима. Просто зима? Полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранее порой дома. Что же за всем этим будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько в мире не кружить. Недолговечный ёбка была. Тарелки, тарелки, давай. Давай, давай. Давай. Так разрешите же в честь новогоднюю. С днем рождения нехорошо получилось. За нами подарок, Гоша. О, это еще успеете. До декабря времени много. Почему декабря? Да, у меня день рождения 23 декабря. А сегодня что же? Да, это так. Показательные выступления. Правда, ну вы же про меня ничего не знали. А теперь вам так квалифицированно, красиво все объяснили. Гоша, вы мне нравитесь. А как же все эти академики, доктора? Спокойно, спокойно. Доктора наук, кандидаты, шашлык, все настоящее. И говорили они чистую правду. Но правда как-то так... Уж очень я какой-то идеальный получился. Даже странно. Ничего, жизнь это поправит. Ты думаешь? Ага. Хорошо. А то я боялся, что у тебя сложится в отношении меня комплекс неполноценности. Какой-то я слишком талантливый и знаменитый получился. Был такой момент. Да. Но с другой стороны, знаешь, конечно, в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это уж не семья. Вы это серьезно? Абсолютно. Этого я уже нахлебался, вот.
Гоша, а сколько вы получаете? Да уж как-нибудь побольше твоей матери. Следует жить, и во сколько в юге не кружить. Недолговечны ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц серебряный шар со свечою внутри и карнавальные маски по кругу вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Андрей, посмотри. Нормально? Нормально. Вы не волнуйтесь, директор никогда не опаздывает. Так уж и никогда. Никогда. Здравствуйте. 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 Через 2 минуты можно начинать. Пожалуйста, я готова. Скажите, мы с вами раньше не встречались? Я вас снимал здесь уже? Нет, думаю, вы ошибаетесь, здесь вас не было. А в Сочи вы не отдыхали? Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в жизни отдыхает каждый человек. Да, я забыл представиться, извините. Рачков Родион Петрович. Родион? Да, такое довольно редкое русское имя. Да, действительно редкое. Раньше были больше в моде иностранные имена. Эдуард, Роберт, Рудольф. Катерина Александровна, звонили из управления. Французы будут через 30 минут. Спасибо, Ирочка. Катерина? А что, разве я так сильно изменилась? Да нет, конечно, я не предполагал. Столько лет, такая встреча. Стало быть, ты теперь директор? Ну, директор я всего 3-й месяц. Родион Петрович, у меня очень мало времени. Так что, если можно, давайте начнем. Да-да, конечно, конечно. Эфир, пожалуйста. Начали. Добрый день, товарищи. Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция больше заинтересует женщин. Знаешь, меня иногда такой ужас охватывает, когда я подумаю, что тогда могла у Тони остаться ночевать. Или бы на другую электричку села. Я тоже сейчас об этом думал. Слушай, а почему ты не выходила замуж? Тебя ждала. Ну, у тебя же был кто-то? Был. Но мне сейчас кажется, что все это было не со мной. Слушай, а у тебя есть детские фотографии? Есть немного. Ты, наверное, о них там смешная. Ты мне потом покажешь. Покажу. А я во сне кричу. Ну и что?
А я тебе скажу тихонечко, ты перестанешь. Я еще иногда и храплю, когда на спине лежу. А я тебя поверну на другой бок. Ты не будешь. Ну-ка, поставь. Что? Боже мой! Что же мы с тобой решим? Ну? Сейчас Сашка из института придет. Да Господи, боже мой. Кто это? Как рано-то? Так, Гоша, белье в шкаф. Ага. Куда? В шкаф. Подушки тоже. Ага. Слушай, там это... Гоша, в нижний шкаф. Господи, боже ты мой, да какой же идиот это придумал? А что это вы в темноте сидите? Мы телевизор смотрим. Непременно спасибо, что конца урока мне. Да? Все? В таком случае я повторяю, прошу меня больше не звонить. Нет. Нет, и встречаться нам незачем. Нет, это не твоя дочь. Да, родилась в июле. Ах, ты подсчитал. Можно, Екатерина Сан? Хорошо. Хорошо. Встретимся на Гоголевском бульваре без четверти 6. Мне так удобнее. У меня будет 15 минут. Все, извини, у меня дела. Слушаю вас. Надуклиться надо. Я рыба! Говорю. Ну что ж, ты не думаешь? Надо рассчитай его. Привет. Здравствуй. Спасибо. Ты один без мамы? Мама умерла 8 лет назад. Прости. Так что ты хочешь? Я хочу видеть свою дочь. Зачем? Ты прекрасно жил без нее все эти годы. Я же не знал ее существования. Не знал или не хотел знать? А ты переменилась, Катерина. Раньше ты не была такой жестокой. Учителя хорошие были. Да брось ты, Катерина. Я вот наоборот, в последнее время счастливым хожу. От того, что теперь у меня дочь есть. Не заметь, взрослая уже дочь. Воспитывать не надо, ночами не спать, когда болеет. Между лекциями в институте в детский садик бегать не надо. Знаешь, Катя, если я в чем-то был виноват перед тобой, то Бог меня уж наказал. Так что ты особо не старайся. Как-то по-дурацки жизнь прошла. Все пыжился чего-то. Все казалось не живу, а так. Черновик пишу, еще успею набело. Два раз женат был. Одна жена от меня сбежала, второй я сам ушел. А сейчас оглянулся. Ни жены, ни детей. Да что там, друзей настоящих никто не нажил. Господи, я столько раз представляла себе эту нашу с тобой встречу. Столько слов всяких придумывала. А встретились и сказать нечего. Сначала я еще очень сильно тебя любила. Думала, что ты мать тебя сбила с толку. Потом я тебя до смерти ненавидела. Потом мне ужасно хотелось, чтобы ты узнал о моих успехах и понял, как ты ошибся. А сейчас... Сейчас я думаю, если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на мне не женился. Потому что тогда я разминулась бы в жизни с единственным и очень
любимым моим человеком. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизни только начинается, это уж я теперь точно знаю. Ну, прощай. И, пожалуйста, не звони мне больше. Я хочу видеть свою дочь. Тебе это не касается. Нет, меня это касается. Это не твое дело, оставим. Оставим этот разговор. Я еду. Я закрою дверь на ключ, ты вообще отсюда не выйдешь. Попробуй закрой. Я тебе сказала. Не волнуйся, выйду. Я еду с тобой. Никуда ты не едешь. Нет, я еду с тобой. Доставишь одного прекрасного. Это куда это вы едете? Никуда. Правильно. Сегодня поздно. Поедешь завтра. До свидания. До свидания. Никита, погоди, я с тобой. Ну-ка. Да отпустите вы меня, какое вы имеете право? В чем дело? Ну, в чем дело? Его бьют. За что? За меня. Так. Коротко и внятно. Раньше я дружил с Володькой Копыловым, но так не дружил, несколько раз целовались. А теперь в меня Никита влюбился. Ну, а ты? Ну, а что я? Я тоже, я его очень сильно люблю. А теперь Копылов с ребятами его подкарауливают, всячески издеваются, требуют, чтобы он от меня отказался. А он? А он с синяками приходит. Так стал не отказывается? Ладно, поедем вместе. Да они все здоровы, ребята. Я хотела в милицию звонить, а ну? Мама мне не разрешила. Говорит, что сами должны разобраться. Правильно, сами разберемся. Так их 5 человек. 5? Ты подумал? Подумал. Ну и что? Все тоже. Вы подонки. Кто подонок? Я подонок. Подонок! И ты подонок! А может быть, он подонок? Все, все подонки! Эй, ребят, мы что это? 5 на одного, что ли? Даже нехорошо как-то. А ты дед валил бы отсюда по-скорому, а то как бы не огорчить. Нет, ну согласитесь, ну что же, когда 5 одного бьют, даже неинтеллигентно. Знаешь, дядя, у меня в жизни принцип – женщин и стариков не бить. Но я ведь могу отступить от принципа… Ой, больно, ой. Это только разминка. Превентивная мера. Начитанная. Но Ген не говорил, мне чуть руку не сломал. Здоровый бугай. Ты что, самбист, что ли? Самбист, самбист! Давайте, деды, отваливайте, не до вас сейчас. Как же мы уйдем? Что ж мы его одного оставим? Слушай, они мне надоели. На! Ну, Бят, этого я тебе никогда не прощу. Что ж, вечер перестает быть томным. Ты же хочешь попробовать? Не ушибся? Ах ты! Лежать. Пойдем отсюда. Если еще раз кто-нибудь, когда-нибудь, хоть пальцем, наш человек. Или. Гуга, а мы расскажем об этом маме? Не надо. Почему? Мне так хочется рассказать, меня так распирает. Не надо. Гуга, вы поступили как настоящий мужчина. Перестань, я поступил как нормальный мужчина.
защищать и принимать решения – это мужская обязанность, это нормально. Ты же не станешь хвалить женщину за то, что она стирает или умеет готовить обед? А вы знаете, я совсем не умею готовить обед. Ладно, научу. Гога, а почему вы не стали учиться дальше? А зачем? А из вас бы мог стать хороший руководитель. А по-твоему, все должны быть руководителями? Нет, ну не все должны, но все хотят. Знаешь, Сашенька, был такой римский император Диоклетиан. Кстати сказать, очень приличный император. Так вот, так сказать, в самый расцвет своей империи он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал, если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать. И не вернулся? Нет. Так что не все хотят быть руководителями. Хотя справедливости ради надо сказать, что, кажется, это чуть ли не единственный случай в мировой истории. Так значит, вы предпочитаете выращивать капусту? Нет, я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю, а не то, что модно, престижно или положено. Люблю свою работу, потому что, когда я туда прихожу, там начинает крутиться то, что без меня не крутилось. Люблю своих друзей, потому что, несмотря на то, что мы знакомы тысячу лет, мы все равно всегда новые и интересны друг другу. Люблю твою мать, потому что люблю. Чего ты смеешься? Да нет, ничего. Просто мне с вами ужасно интересно. Так значит, вы абсолютно счастливый человек? Не вполне. То есть, если бы мне сейчас удалось выпить стакан газировки, пить ужасно хочется, то я был бы абсолютно счастлив. Этого не надо было делать. Чего? Я ей все рассказала, вы извините. Не утерпела. Кулачная расправа – это не метод. Ударить можно и словом, это иногда больнее. А если слов не понимают? Значит, плохо объяснила. Ага. Значит, дала повод думать, что может быть и по-другому. Ну, как мог ты, взрослый мужчина? Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее. Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила. Во всяком случае, на будущее я тебя очень прошу, уж будь любезен, без моего разрешения таких действий не предпринимать. Слушаюсь. Но тогда и ты уж, пожалуйста, учти на будущее, что если еще когда-нибудь ты позволишь себе хотя бы заговорить со мной таким тоном, то я здесь больше не появлюсь. А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я мужчина. Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Сашка, это только к тебе. Прошу тебя, никогда не повышай на меня голос. Я очень за тебя испугалась. Здравствуйте. Прости меня, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Вы, наверное, к маме? Наверное, к маме. А вы, наверное, Александра? Проходите. Здравствуйте. 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 Пожалуйста, ужинать с нами. Спасибо. Давай, Александр, подсуетись. Ну. Это вам, Екатерина Александровна. Спасибо. Ну, давай. Ну, так что, вы меня представите или мне самому представляться? Рачков Родион Петрович, телеоператор со Станкина. Мой давний знакомый. Настолько давний, что, встретив, не узнал. Георгий Иванович Александра. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Коньячку. Не откажусь. Правильно, сейчас со знакомством-то. Держи, это тебе. Слушай, а мне же где-то еще лимончик был. Ну как, понравилась передача? Ничего, только мама немного скована была. Как, тебя по телевизору показывали? Да, ерунда.
Ну, почему же ерунда? Давай. Вы чрезвычайно понравились нашему руководству. Вот, говорит, настоящий тип современного руководителя. Да, даже есть мысль делать документальный фильм о вас. Да, тем более биография у вас такая замечательная. От простой работницы до директора комбината. А кто? Кто? Кто директор? Ну, что ты сидишь? Давайте выпьем. Кто директор? Я всегда готов. Екатерина Александровна, конечно. Будьте здоровы. А, ну да. А вы это давно на телевидении этом работаете? Да уж скоро серебряный юбилей справлять. А, как? Значит, вы у самых истоков стояли? Да не то чтобы, но в то же время вовремя успел разглядеть, что телевидению принадлежит будущее. Я как раз сегодня хотела тебе все объяснить. В младенческом возрасте, я понимаю. Но со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. Это просто какое-то дурацкое недоразумение. Я понимаю. Ну, насчет кино я с вами согласна. Его телевидение скоро вытеснит. Ну, а театр, это же особое искусство. А вот поговорим с вами об этом через 20 лет. Через 20. Через 20 лет все на Земле по-другому будет. А вы, кстати, были на телецентре? Нет, никогда. Ну, приходите. А как? Я закажу вам пропуск. Ага. Так, но я должен идти, что-то я... Пораньше надо лезть спать. Гоша, останься, пожалуйста, я хотела с тобой поговорить. Ну, ладно, завтра и поговорим. Правда, я опаздываю, там... Я никуда тебя не пущу! Она сегодня в плохом настроении, с ней лучше и не связываться. Но... Он больше не придет. Он больше никогда не придет. Господи, откуда ты взялся? Ты же одни несчастья мне приносишь. Да я-то тут при чем? Что я такого сделал? Кстати, Саша, познакомься. Да мы знакомы с Родионом Петровичем. Нет, ты еще раз познакомься, это твой отец. Как отец? Он же погиб. Да нет, как видишь, жив-здоров и даже довольно упитан. Ладно, ладно, Москва слезам не верит. Тут не плакать, тут действовать надо. Сколько уже дней, как он? Ну, он пропал. 8. Слушай, Катерин, может, ты оставила бы свою гордость, да сама бы к нему съездила? Ой, какая гордость? Я бы за него одна красивая. Мы адрес его не знаем. Адресное бюро на что? Как его фамилия? Не знаю. Хорошее дело. Катерина, а он не... У вас все вещи на месте, вы хорошо смотрели? Да ты что же плетешь? Ну что, бывает же. Ладно, будем искать. Значит, слесарь, говорите? Да, он в каком-то институте научном. Ну, а какие-нибудь особые приметы имеются? Ну, там... Шрам на лице? Да вроде нет. Есть. У него после аппендицита шрам. Но это не пригодится. Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать, никого не выпускать. В случае сопротивления открывайте огонь. Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Здесь проживает? Здесь только Георгий Иванович.
Проходите. У себя? Не знаю. Тихо у него. У себя. А вы кругом пройдите, пожалуйста. Кругом. У нас здесь ремонт. Понятно. Направо. Разберемся. Еще направо. Еще раз направо. Еще раз направо. Здрасте. Здрасте. Георгий Иванович. Боже мой. Гоша. Николай. Как там погода? С утра шел дождь. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. Ну а ты чего? Это не тебя, ну как же ей признаться-то? Ну... Ты мозги не пудри, она меня обманула. Нет, это недоразумение. Нет, это ее принципиальная позиция. Поняла? Это недоразумение. Да но... нет, она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его, мой личный статус. Переведи. Слушай. Опять? Нет. Откройте, девочки. Ну, сказал, что доставлю, вот и доставил. Это спорный вопрос, кто кого доставил. Гоша. Коля. Где она? Там. Закусывай, закусывай. Добрый вечер. Добрый вечер. Гоша. Антонина, здрасте. Людмила. Гоша. Садись. Пожалуйста, садись. Людмила,
да, нам Коля. Пора уже идти. Коля, пойдем, Коля. Поздно, очень много времени. А как же вы? Может, Данечка, пойдем вместе? Да нет, нет, спасибо. У вас уже целый день сидим. Кать. Предлагаю дружить домами. Согласен, встречное предложение дружить семьями. Интересная мысль. Гоша. Коля. Пошли, пошли. Извините, до свидания. До свидания. Вот такой парень. Вот такой парень. А я. А обед есть? Конечно. Давайте поедим. Я проголодался страшно. Чего ты? Как долго я тебя искала. Восемь дней. Как долго я тебя искала. Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, доверила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, что бы ни было вначале, утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, что бы ни было вначале, утолит он все печали. Вот ты стала обручальным нам садовое кольцо. Thank you.